Здравствуйте, это игра Клондайка. Почему бы нам вместе не поиграть в шахту, но на Фейсбуке? Так, тут точно есть. И вот так, и вот так. Ой. Видите, где единичка? Там, конечно, классно нажимать, когда знаешь 100%, что не подорвешься. Но когда заканчиваются ходы, которые 100% гарантии, надо уже включать мозги. Я так думаю, что, ну, тут по-любому в одной из этих двух она есть. В одной из этих двух она есть. Это две, а третья здесь. Ну, а тут... Опс. Это называется удача. С верхом, конечно, я так и не определилась. Но снизу уже все понятно. Ну, не полностью до конца, но все же шансы снизу не попасть на мину велики. А вот сверху, кто его знает, остается две мины. Ну и видите, у нас здесь получается. Я бы рискнула нажать здесь, конечно. И таки повезло. Забираем. Убедили, говорят, забирайте. А подарочек так очень вообще ни о чем. Ну, вообще ни о чем. А, еще две попытки. Единичка. Это здорово. Четыре единички. Это еще лучше, чем... Опс. Ну, давайте вот так. Видите, где единичка, там можно смело нажимать. Ага. И вот... Видите, вот единичка, здесь уже нее есть, значит, здесь можно. Так же самое здесь у нас. А тут раз, два, ну не может быть. Отлично. Троечка у нас говорит, что безопасная зона. Так, один и тут. А вот теперь попробуй угадай. Прикол в том, что смотрите, сколько много клеток. А мин осталось только три. Получается... Одна, две, а третья, где хотите, называется. Я бы сказала, что здесь нет. Вот, три. Отлично. И теперь в одной из этих клеток точно есть мина. Один. Три. Значит, в одной из этих двух клеток есть мина, и здесь есть три, значит, сверху быть не может. Отлично, единичка. Возле единички нет, и тут снизу нет. А теперь говорят, просто подсказывают, что предпоследняя мина в одной из этих двух. Потому что возле двойка одна, тут и тут не хватает. Значит, тут нет и здесь нет. Спасибочки. А вот теперь нужно или выиграть, или проиграть. Я рискну. И я таки выиграла. Супер. Ну, а теперь давайте уже проиграем разочек, да? А то два раза выиграла подряд. Неинтересно. Удачи. Начнем сверху. Опс. Вот так. Нет. Ну, вот так. Да, ну, естественно. Ха. Ну, спасибочки. Есть. Здесь нету, здесь нет, здесь нет, и тут нет. И здесь не может быть, здесь единичка. Теперь в этих двух точно есть. Значит, здесь опс. Удачненько все слаживается. Единичка, единичка. Опять, вот мне везет, да? Но это еще не 100% гарантия, что я выиграла. Можно попасть на последнем. Опс. Раз, два, три. Поехали. Раз, два. Все. Забираем наши подарочки. Победа? Это хорошо. А три победы подряд? Это еще лучше. И на этом все. До новых встреч.